Значит, смотрите, делаем боковушки, да? Кормушка у нас готова. Мы сделали вот такой шаблончик. Из фанеры выпилили. Ну, мы его сделали когда-то, да, потому что мы все время делаем кормушки. Вы можете вырезать из картона. Проверяем по кормушке, да, по кормушке. То есть вот он у нас практически повторяет форму. Вот, смотрите, да, покажи. Вот, он у нас будет шаблоном для размера. Взяли подходящий кусок металла. Отметили 1,5 примерно сантиметра снизу. Теперь угольником отмечаем сбоку линию. Это у нас будут уши, за которые она будет держаться. У нас получается вот здесь прямой угол. Ставим. Нам нужно понимать, что вот это верх у нас. Так, подождите, вот. Значит, ставим, обводим. Обводим. Вот у нас одна боковина. Вторая будет наоборот. Правильно же? С двух сторон. Как говорит один наш знакомый. Правильно же, как говорится? Отмечаем опять линию. Это у нас будет ухо. Не побоюсь этого слова. И, собственно говоря, сама боковинка. Вот, теперь, вооружившись ножницами по металлу, опять же все это вырезаем. Значит, смотрите, по наружной, да, стороне этого будущего уха отрезаем. Отрезаем. Делим на две части. Две части. Дальше прорезаем, смотрите, вот таким вот образом. Чуть-чуть захватив вот этот острый край, да? Хоп! Отмеряем расстояние. Не там, где отметили, да, а оставляем... Припуск на шов. Припуск на шов. Как говорит Ира, как портниха бывшая, да? Хотя она никогда портнихой не была. Но умеет это делать. Но умеет это делать, как и многое другое. И прорезаем вот до того, что... Окей. Теперь тут... Вырезаем вот этот никому не нужный угол. Никому не нужный угол. Отламываем. Дальше по углу. Видно линии? Угу. Вот сюда. Вот. Дальше мы эти штуки будем загибать, к ним, собственно говоря, и будем крепить. Вот у нас такая вот хитрая боковина. Или не хитрая. Ничего у нас хитрого нет. Все очень просто. Точно так же сейчас мы вырежем вторую, после чего будем крепить кормушку уже, чтобы она у нас уже наконец стала готова. Начинаем, да. Значит, вот у нас две боковины получилось. Мы сейчас загнем их требуемым образом. Сначала загибаем вверх. Выкладываем по краю. Прижали. Уже без молотка, рукой, без уха. Загнули без уха. Дальше. Завернули. Постучали. Все готово. Переднюю часть. Дальше. Опять выкладываем по краю. По краю прижимаем. Прижимаем, прижимаем. Заворачиваем. Значит, если где-то неровно, подправляем пассатижами. Здесь нам нужно просто 90 градусов, да, потому что здесь мы уже будем крепить. Уже, поскольку у нас здесь уже намечено, да, низ, он уже загибается без проблем. Хоп, загнули низ и загнули ухо. Загнули ухо. Вот такой у нас получается, такая вот у нас получается деталька, да, для того, чтобы мы ее прикрепили... Со всех сторон покажем. Видно их? Угу. С ухом. Деталька с ухом. Назовем ее так. Кодовое название боковушка. Она будет потом... С какой стороны-то? Вот с этой. Вот она будет здесь приворачиваться. Да, это мы сейчас как бы покажем. Ну и загибаем также вторую. Финальный этап. Сборка кормушки. Нам потребуется заклепочник. Инструмент такой, да? Собственно, заклепки. Ира, как ты их называешь?
гвоздики для заклепок. Широковёртое сверло по диаметру заклепки. В данном случае 4 мм, так как заклепки у нас имеют диаметр 4 мм. Берем корпус кормушки, кладем, берем боковушку сделанную, да, прикладываем. Причем, смотрите, переднюю стенку и нижнюю стенку мы засовываем внутрь, а заднюю оставляем снаружи. Снаружи. Устанавливаем на место. Вот это отгибаем временно. Временно. Поставили, сверлим. Просверлили. Берем заклепку. Лезет, не лезет. Если не лезет, немножко поработаем сверлом. Вообще сверло нужно 4,1, но в наших деревенских краях такого днем с огнем не сыщешь. Поэтому используем 4, но немножко им работаем. Так, берем заклепочник, насаживаем. Готово. Одна готова. Теперь низ. Низ выравниваем ее. Выравниваем. Сверлим вниз. Просверлили. Немножко, как обычно, работаем сверлом. Заклепка. А, вот тут у нас уже в этом есть. Заклепка. Клепаем. Все готово. И задняя часть. Отгибаем вот эту обратно. Штуку, которая у нас была загнута, да? Держим. Сверлим. Просверлили, поработали. Заклепка. Вставляем. Крепаем. Все готово. Дальше вот эту штуку, наше ухо, загибаем, да? Загибаем. Здесь загибаем на уровне дна обратно. Все. Можем тут чуть подогнуть, чтобы она лучше одевалась. В таком виде она будет одеваться. Повторяем с другой стороны. Эта сторона у нас уже готова. Выключай. Все. Вторую приклепали. Кормушка у нас готова, да? Стенки есть. Все есть. Защита от просыпания корма есть. Ширина может быть любой, размер этого никак не меняется, кроме ширины. У нас вот, посмотри, покажи, Ир, вот они же используются и метровой длины на клетках для подращивания, да, и 90 сантиметров, и 50, какие угодно. Главное, чтобы она была во всю ширину клетки, как я уже 100 раз вам всем говорил. Окей, спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!